Добрый день. CoinCube – это одна из простейших головоломок, которую я настоятельно рекомендую сначала попробовать собрать самостоятельно. Но если уж что-то не получилось, то можно посмотреть это видео. Строение головоломки очень простое. Тут есть уголки, которые при вращении задевают вот эти лепестки. И центральные элементы, которые могут вращаться вот таким образом. То есть, по сути, есть всего два этапа сборки. Сборка уголков и сборка центральных элементов. При сборке углов трудности возникнуть ни у кого не должно, но с центрами мы подробно разберемся. Так выглядит головоломка в перемешанном состоянии. И чтобы собрать углы, достаточно их повернуть таким образом, чтобы цвет уголка совпадал с цветом центра на этой грани. Поворачиваем 4 угла, ну и 4 угла на противоположной стороне. Можно начинать с любого цвета, это не принципиально. И все, углы собраны. Остается собрать только центры. Ну, к примеру, посмотрим, вот у нас много белого здесь. Для того, чтобы поставить вот этот белый лепесток вот сюда, мы повернем так вот уголок. Вставим в это место белый лепесток и вернем уголок обратно. Получается, одна сторона собрана. Соберем остальные. Здесь неважно, в каком порядке собирать стороны. Ну, для удобства соберем противоположные. Видим, два желтых стоит на месте. Попробуем другие техники. К примеру, желтый лепесток. Вставляем сюда, на его место подворачиваем пустой слот и возвращаем уголок. Получается уже 3 лепестка. Ищем еще один желтый. Вот он. Сделаем то же самое. Поворачиваем лепесток сюда, выбивая тот желтый, который здесь есть. Подгоняем на его место пустой слот. И возвращаем. Дальше соберем, к примеру, красный. Видим, вот здесь есть красный. Удобно сейчас вывернуть вот этот пустой слот на эту грань, подвести сюда лепесток и вернуть уголок на место. Видим, что на соседних гранях красного цвета больше нет. Ничего страшного, значит, мы сначала лепесток переведем на эту грань, а с этой грани уже сюда. Таким образом, вставим, развернем как-нибудь и вернем уголок. Вот мы переместили лепесток на эту грань, теперь его поставим вот сюда. Уголок повернем. Вставляем лепесток, возвращаем уголок. Вот красный цвет собран. Следующий синий. Поворачиваем, подгоняем пустой слот, возвращаем. Еще один. Поворачиваем, подгоняем пустой слот. Возвращаем. Видим, опять синий где-то далеко. Переместим сначала его на другую грань. И после этого установим на эту сторону. Собрано уже 4 стороны. Осталось 2. Что самое интересное, алгоритм сборки никак не меняется. Все собирается точно так же. Оранжевый переставим вот сюда. Вставили. Подогнали пустой слот. Навернули. Видим, здесь оранжевые. Когда оранжевый далеко, удобнее пустой слот поворачивать вот сюда. Вставлять оранжевый. И возвращать.
Ну, здесь можно сделать любым способом. Например, я пододвину этот оранжевый лепесток сюда. И вот так вот поставим его на место. Головоломка собрана. Красивая, приятная, но очень простая головоломка. Покажу еще одну сборку для закрепления. Вот примерно следующая ситуация. Давайте на этот раз начнем собирать с белых уголков. Видим, вот белый, вот и вот. Ну и центр белый здесь. Поворачиваем все уголки к белому центру. Четыре угла стоят правильно. Поставим противоположные. То есть углы собраны. Собираем центры. Видим, у белого здесь вообще ничего нет. Давайте с него и начнем, чтобы сборка была хотя бы немного подольше. Поворачиваем. Подгоняем пустой слот. Возвращаем. Дальше с этой стороны вставляем. Подгоняем пустой слот. Возвращаем. Вот этот элемент вставляем, подгоняем пустой слот, возвращаем. Вот еще один белый остался, нам удобнее, наверное, его место выдвинуть сюда, вставить лепесток, вернуть. Белая сторона собрана. Заберем желтую, видим, желтый хорошо встанет вот сюда. Поворачиваем его в место, вставляем лепесток и возвращаем уголок. Аналогично здесь. Поворачиваем, вставляем лепесток, возвращаем. Ну, соберем какой-нибудь зеленый, к примеру. Видим, вот зеленый лепесток. Подведем сюда пустой слот, повернем уголок, вставим и вернем на место. Видим, что зеленый находится на противоположной грани, поэтому сначала переместим его на соседнюю. Ну, отсюда уже поставим сюда. К примеру, выбьем вот так, подгоним пустой слот. Вернем на место. Красный на очереди. Повернем. Пустой слот. Вернем на место. Вот еще красный. У нас всего два способа, как переставлять лепестки. Дальше мы видим, что у нас красные здесь внизу. И нетрудно догадаться, что их можно сразу оба переставить вот сюда. Поворачиваем. Два. Переводим их в верхнюю часть. И возвращаем уголки на место. Да, точно так же их можно вдвоем переставить сюда. Выбиваем этот. Выбиваем этот. Разворачиваем. И возвращаем оба уголка на место. Вот красный собрался. Собираем синий и оранжевый одновременно. Выбиваем, подгоняем пустой слот, возвращаем. Ну и вот этот. Вот и все. Очень простая головоломка. Выглядит очень красиво, похоже на Pentacle Cube, но собирается в разы проще. На этом все. Тренируйтесь, и все у вас получится. Всем спасибо, всем пока.